сегодня рассмотрим фен Babyliss Caruso. Этот фен вы можете приобрести на сайте zeus.com. Ссылка будет под видео. Я этот видео хочу снять, потому что часто спрашивают: Мира, посоветуйте, пожалуйста, недорогой, качественный фен. Пожалуйста. В Ютубе посмотрел обзоры, там такие обзоры, что можно не смотреть. Так что давайте посмотрим, что входит в комплектации, и пошли. Погнали дальше, поскакали. В комплекте у нас входит две насадочки. Вот так они выглядят, узкая, широкая. Потом в конце расскажу, какие плюсы есть. Потом сам фен упакован в таком обвертке, чтобы не поцарапался, потому что у нас черный глянец идет цвет. И в комплекте у нас идет также сопроводительная документация. Это нам не нужно. Так, что можно сказать про фен? Фен идет с ионизацией, 2400 ватт мощности. На рукоятке вы можете увидеть 2200 и 2400, первая скорость и вторая скорость. Тип мотора идет от AC переменного тока. В комплекте идет две насадки, которые, как я говорил, вот они вот так выглядят. Они идут скошенные под 45 градусов, именно вот этот с отверстиями. Отверстие это увеличивает поток воздуха. Как я помню, эти отверстия называются вентуры. Плюс заключается под 45 градусов в том, что когда вы одели насадочку, да, и когда проводите, вам не приходится локоть поднимать вверх руку, а под больше расслабленно, и вы проводите по волосам. Потом есть для удобства петелька, вот, вы можете его подвесить, и не будет фен болтаться налево-направо. Потом шнур идет 2,7 метров, эргономичный, в руке он лежит хорошо, а также есть выемка для пальцев, как вы видите, кнопки находятся с левой стороны. Есть кнопка моментальной подачи холодного воздуха, вес составляет всего лишь 540 грамм. Потом, что еще можно сказать? Кстати, чтобы ухаживать за феном, вам всего лишь надо снять решетку заднюю, почистить от пыли и помыть. В сухом виде обратно мы его вставляем. Так, что еще можно сказать про этот шикарный, прекрасный фен? А, кстати, есть точно такой же фен. На сегодняшний день этот фен стоит 1800 гривен. Есть точно такой же фен с артикулом BAB 6520RE. Он идет без ионизации, точно так же 2400 ватт мощности, стоит 1600 гривен. Потом, что можно на сегодняшний день альтернативу приобрести, например, варианты. Я буду перечисливать артикулы, а вы будете на экране, это все будет высвечиваться. Например, первый вариант, как я говорил, BAB 6520RE, аналогичный, который только без ионизации. Потом BAB 6350, есть 6 цветов вариаций, только там мощность 200 и без ионизации. Потом 4350, 2050, Moser Ventus. Это, кстати, очень хороший фен, мощность там 2200 с ионизацией идет. Вот такие варианты можно рассмотреть на сегодняшний день в диапазоне 1600-1800 гривен. Поток воздуха вы можете видеть на коробке, кому-то если это интересно. Обязательно подписывайтесь в Instagram, контакты и Facebook. Обязательно в Instagram, потому что там у нас новинки выходят, гивы, розыгрыши, подарки, обсуждения. Скоро буду выходить на прямые эфиры, так что переходите по ссылке Instagram, подписывайтесь и задавайте вопросы. А также вы можете лайк поставить под этот видео, потому что... потому что здесь очень много интересного происходит, обсуждения, рассмотрения и так далее, и советы. Самое главное — это советы, потому что когда вы приобретаете в интернет-магазине товар, вы должны видеть, что входит в комплектации, и когда картинка в реальность переходит, это очень-очень большой помощь для покупателей, начинающих людей, которые приобретают инструменты. Так что, если какие-то вопросы будут, задавать, я вам с удовольствием отвечу. Ставьте лайки и подписывайтесь. Кстати, есть вот такие классные штуки, чтобы провод завязать вместо вот этой проволоки. Вот. В подарок вы можете получить при покупке фена Babyliss Caruso. Все? Хорошо тогда, давай.